Сегодня я выбрала для себя эту легкую романтичную юбку. Если вы та самая легкая романтичная женщина, то сегодня эта юбка привнесет в вашу жизнь еще больше легкости. Да-да, сегодня мы поговорим о фэншуе, когда внутренняя энергия и внешняя соединяются, и женщины чувствуют себя в гармонии. Это очень важно для нас. То есть, как я правильно понимаю, Свет, фэншуй в одежде означает удобство в первую очередь, правда? Конечно, я говорю сейчас о легкости, о комфорте, дорогие друзья, и мы желаем, чтобы эта легкость и этот комфорт были в вашем доме. Ну а сейчас вы готовы пойти со мной, чтобы познакомиться, какие цвета у нас с вами для вас приготовлены. Я выбираю белоснежный цвет с черным горошком. Любочка выбирает сегодня темно-синий с белым. Но это еще не все цвета. У нас три цвета, дорогие друзья. Итак, я хочу сказать, что на любой вкус и цвет у нас для женщин всегда есть коллекция юбок. Но хочу рассказать немного истории. Итак, Надя демонстрирует классический черный с белым горошком. А знаете, когда впервые появился этот принт? Он правильно называется полькадот. Он появился в 18 веке в Швейцарии, когда женщинам наскучили однотонные ткани. И они захотели внести в свой гардероб немножечко романтизма и веселья. Так появился первый горошек. Но еще тогда его не могли вот так вот привнести на принт, как принт. Его вышивали. Представьте себе, какой был сложный этот процесс. Я представляю, это как было трудоемко, друзья, вот целую юбку взять и расшить такими потрясающими горошинами. Теперь это вам делать не нужно. Вам нужно просто один звоночек совершить. Для всех, друзья, для всех модниц. И белый, и черный, и синий. А я хочу рассказать о летящей ткани. Это шифон. Дорогие друзья, раньше шифон был дорогостоящим материалом, потому что процесс его появления был очень сложным. Тонкая шелковая нить. А я сейчас хочу сказать, что мы видим с вами декоративный шифон, где участвуют синтетические волокна. Благодаря этому наша юбка лина более долговечна, ткань не мнется, но она точно такая же легкая, струящаяся. Я еще хочу сказать, что только шифон отличает тот факт, что здесь нет лицевой и изнаночной стороны, она одинакова. И это подтверждает то, что это настоящее производство шифона. Обратите внимание, насколько ярко мы видим рисунок с изнаночной и лицевой стороны. Я вижу, что это произведение искусства, друзья, несмотря на то, что это такой ритмичный принт, который повторяет сам себя, дублирует. Это все равно, насколько это красиво. Оцените. Важно еще, когда вы, допустим, шьете юбку себе сами, вы покупаете эту ткань, посмотрите на цену, представьте, сколько бы вы отдали за отрез вот такого качественного шифона. Свет, какие сейчас цены? Сколько стоит метр шифона в магазине? Я хочу сказать, что сейчас шифоновое полотно, во-первых, очень редко встретишь, из него очень сложно шьются вещи, особенно платья. Ну и мы говорим о том, что метр декоративного шифона в магазине стоит порядком от 1,5 до 2 тысяч рублей. Только метр. Здесь на эту юбку по косой, если это кроить и говорить о том, что мы здесь не сшиваем лоскутки, а используем цельную ткань, дорогие друзья. Здесь вот именно на юбку лина уйдет приблизительно 2-2,5 метра. Слушай, ну это вообще такое мучение шить из шифона. Вспомните, пока сделаешь обработку. Вот я пробовала шить платьице, сыпется, страшное дело. Самому это сделать нереально, а заказывать где-то вы заплатите за ткань, еще и за работу. Давайте еще поговорим о том, что если мы используем шифоновый материал, то производители позаботились о вас. Мы видим сейчас нижнюю юбку. Она будет закрывать лицевую часть, прозрачную юбку. Ваши ножки не будут просвечивать. Поэтому я сегодня с белоснежной юбкой выбрала тонкие капроновые колготы. И посмотрите, что ткань не дает просвечиваться. При этом многослойная юбка выглядит очень нарядно. Я еще хочу сказать, что рисунок горошек используют дизайнеры для того, чтобы отвлечь от особенностей фигуры. Наша юбка не только струящееся полотно, это еще и романтизм. Сегодня по фэншуй, дорогие милые женщины, я хочу напомнить вам, что когда женщина носит длинные платья и длинные юбки, мы с вами связываем и возвращаем себе энергию, стихию энергии. А это очень важно для женщин. И еще мне очень нравится сочетание черного и белого. Это фактически символ фэншуя, символ вечности, когда один цвет перетекает плавно в другой. Сочетание черного и белого — это классика, друзья, это космос, это вечность. И сейчас у вас есть возможность приобщиться к великому китайскому искусству фэншуй. Можете это сделать сегодня, приобретая наши лоты. Поторопитесь, звоните прямо сейчас, в эту секунду. А я хочу сказать, как ваш персональный стилист, чем вы можете сочетать сегодняшнее специальное предложение. Юбка лина идеально будет сочетаться в повседневной жизни с джемпером Элси.
кружевные вставки. И сейчас это очень модно, сочетать легкую текстуру шифона с вязаным полотном. Я сегодня для себя выбрала готовый ансамбль. Это блуза Шерон с кружевными рукавами. И мой ансамбль выглядит как прекрасная альтернатива вечернему платью к 8 марта. И что еще хочу сказать, дорогие наши женщины, давайте вспомним те времена, когда все-таки наши мужчины обожали нас, когда мы переодевались в платье, их отношение к нам изменялось. Давайте почувствуем и вернем в свою жизнь эту нотку заботы. Это все в ваших руках. А я хочу напомнить, что сегодня мы говорим о фэншуе. И если раньше в вашей жизни очень часто случались какие-то добрые истории, связанные они были с какой-то вещью, я уверена, приобретая сегодня юбку Лина, вы внесете в свою жизнь не только романтизм, но и легкость и радость. Ведь наш рисунок называется полькадот. Веселый горошек. Юбка легкая. Юбка, можно сказать, даже такая... Струящаяся, как водопад. И веселая, да. Свободная. Да, друзья, будьте красивы, будьте яркой, будьте нежной с телеканалом Shop & Show. Очень важно, когда наше внутреннее состояние влияет на наше внешнее. Согласитесь, когда юбка доставляет вам комфортное ощущение, это выражается на вашем лице. Вы становитесь более гармоничной, спокойной. Ваш взгляд становится более мягким. И так эластичная лента действительно доставит вам комфорт, и ваша внутренняя энергия будет связана с внешним миром. Эластичная лента помогает еще также отрегулировать высоту и посадку этой юбки. Вы можете поднять ее повыше до талии, а можете приспустить ее на бедра. Смотрите, при помощи такого кроя мы решаем сразу две проблемы. Во-первых, вы можете легко заказать эту юбку дистанционно, с закрытыми глазами, как говорит Оля Гридунова, потому что по талии она сядет на вашу талию, так, как будто бы была шита именно для вас. До 60-го есть размер. И второй момент, друзья, это ростовка. Поскольку Светлана сейчас продемонстрировала, что мы можем чуть приподнять по поясу, чуть опустить, мы меняем рост, мы меняем длину этой юбки. Это смело заказывать можно дистанционно. А еще, Наденька, хочу сказать несколько слов по уходу. Сегодня мы видим юбку Лины из декоративного шифона, за которым очень легко ухаживается дома в домашних условиях. Итак, стирка при температуре 20-30 градусов. Мы используем с вами порошок для черного или цветного белья. И не нужно бояться, что ваш горошек вдруг будет линять. Это качество, и оно уже доказано.